Итак, если ты девушка, и ты не можешь расщелкнуть орехи вот так, как я делаю. Вот, я даже сам с трудом, ну, сделал, вот, видите, в труху, да, получается, и некрасиво. Ну, своих подруг я в расчет не беру, с учетом того, что они сильные девушки, и они знают, по кого я говорю. Они любой орех на раз-два расщелкнут, и коня на скаку остановят. Так что, короче, берете любые подручные средства. У меня вот ключи на данный момент есть. В орехе есть вот такое вот отверстие. Вот, видите? Такая дырдочка, дырочка. Вставляете туда ключик. Да что угодно, открывашка, отвертка, что попадется. Что-нибудь вот так вот. Раз. Так вот вставляете его. Во, видели? И провозворачиваете вот так вот. Тихонечку. Так, до щелчка. О, слышали? Все, ровненько, аккуратно, без ни в труху, вот так, как я сделал. Так вот, раз. Все. Ставьте лайки.